Всех категорически приветствую. Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики. С вами, как всегда, на связи The Life Robot, распаковки и обзоры. И, дорогие друзья, обратите внимание, вы должны удивиться, что перед вами. Как вы думаете, что это такое? Почему тут 4 персонажа, 4 героя? А я вам сейчас объясню. Продолжается серии циклов распаковок и обзоров, и соответственно сегодня у нас в этом эпизоде, в этом выпуске будет продолжение вот такой вот коробочки. Это у нас уже 5-я коробочка. Кто не видел предыдущие 4 распаковочки, то останавливайте это видео и приходите на канал и смотрите предыдущие распаковочки, просто мега интересные, полезные и, так сказать, удивительные. Просто эпизоды, обзоры, распаковочки. Смотрите предыдущее видео. А в этом видео и для новичков, и для тех, кто уже посмотрел, сегодня у нас будет выпуски в 5-м уже в юбилейном эпизоде. У нас коробочка Play the Game. Конструктор робот-воин. Собери свою армию роботов-воинов из 6 героев. 5+. Предупреждение у нас. И обратите внимание, здесь у нас 18 деталей и цена товара 55 рублей. Где у нас цена товара 55 рублей? Правильно, в магазине фиксированных цен фикс прайс. Это не реклама, мне фикс прайс ничего не заплатили. Соответственно, я на свои деньги прикупил вот этот товар. Ну и, соответственно, делаю, так сказать, бесплатно для вашего просмотра ради лайков и, как сказать, репостов и подписочки. Я делаю для вас это видео, записываю. Так сказать, у нас здесь имеется надпись «Конструктор робот-воин», и здесь у нас изображен, так сказать, Мангус. Если кто не знает, то Мангус — это из Лего Чимы. А, соответственно, эти наборы у нас, так сказать, подделка, да, реплика на Лего Чимы от производителя Play the Game. Так, это у нас коробочка. Сбоку коробочки у нас здесь имеется оповещение, то, что у нас здесь 18 деталей. С другой стороны у нас логотип Play the Game и надпись «Развивает логическое мышление и мелкую моторику». Сзади коробочки у нас здесь логотип Play the Game. «Собери свою армию робот-воинов из 6 героев». Это я говорю для тех, кто первый раз это видео смотрит. И у нас здесь надпись «Из элементов и деталей, соответствующих каждому из двух роботов, можно собрать еще одного воина». Так, снизу у нас здесь вот такая вот имеется надпись. Конструктор робот-воин. Так, для детей от 5 лет. Состав полипропилен, этилен, винициллацетат. В 5-й раз читаю и все-таки не могу сразу же это слово прочитать. Вот по слогам, по буквам читаю. Срок годности ограничен и дата производства июнь 2017 года. Fixprice.ru. Здесь у нас штрих-код. Для людей старше 6 лет, 5 лет. Так, и АК. Такая вот у нас коробочка. Ну, давайте непосредственно приступать к анбоксингу, к распаковочке. И для этого мне потребуются вот такие вот ножницы. И здесь мы аккуратненько срежем вот такой вот у нас скотч. Видите, скотч здесь у нас. Скотч. Вот скотч. Залеплен. Вот так вот мы откроем. Произвели анбоксинг, распаковочку. И открываем и достаем, что у нас тут в комплекте. В комплекте у нас идет вот такой вот пакет. Так, достанем пакет. И вот у нас, так сказать, вывалилась инструкция, как собирать. В трех шагах. И какая-то еще фигулина выскочила. А, я понял, что за фигулина от коробочки. Ярлычок, вот он. Все, коробочки у нас больше нет ничего. Так сказать. Ну, давайте-ка непосредственно приступать к анбоксингу, к сборке. Ну, для этого уберем вот этих роботов, чтобы нам они не мешались. Да. Вот. И вот это. И будем собирать Мангуса. Сегодня вот что у нас в комплекте. Так, инструкции, коробочка и такой вот пакетик. Вот для этого мне потребуется еще раз ножницы,
чтобы пакетик открыть. Сверху мы подрежем пакетик и достанем все из пакетика. Подрезаем пакетик и вываливаем все из пакетика. Вот мы вывалили таким грохотом из пакетика все. Так, что у нас тут? Так, идет вот такой вот экзоскелет на шарнирах, так сказать, основа. И давайте-ка приступать к сборке. Так, начнем собирать. Так, руки вот сюда вот поставим. Так, давайте-ка наоборот, кто поймет, о чем я. Предыдущие 4 эпизода, смотрите. Мы вот так вот в первую поставим наоборот. То есть у него будет длинные руки и короткие ноги. Что из этого получится? Кстати, руки опять коричневые, как и в прошлый раз. Так, не, получается прикольно, глядя, какая основа ног. Получится невероятный у нас прикольный и смешной герой. Робот-воин, гляди, какие стопы у него. Вот это реально прикольно. А, не получится, не получится у нас ставить. Так, вставить ему. Как это называется, забыл. Так что не, фокус не удался. На коленники получится ему ставить, поэтому меняем обратно. Так, делаем наоборот перемены. Так, это ноги, еще раз ноги. Вот теперь у нас получится вставить на коленники. Так, руки. Мой фокус не удался. Вот они на коленнике, вот они идут. Раз. И второй на коленник. Так, на коленник теперь стопы ставим. Гляньте, какие боты у него. У Мангуса. Раз. И еще раз. Ну же, звук какой прям характерный. Щелчок. Так, теперь руки ставим. С руками не должно быть проблем. Раз. Так, и два. Вот, теперь ставим накидку. Так, броню. Так, и ставим знак его. О, такой вот у нас уже получается Мангус. Теперь что мы делаем? Даем ему в руки оружие. Так, кстати, вот видите, пока искал вот эту последнюю, предпоследнюю, видите, в бою вырвался. Так, ставим что еще? Так, и закрываем все. Вот так, типа такая булава, я не знаю, как правильно назвать, напишите в комментариях, как правильно называется. И теперь, так, куда же голова делась? Вот, голова такая простенькая. Во! Вот такой вот у нас Мангус получается. Вот он. Прикольно. Мне, кстати, из всех, из всей серии, так сказать, партии, больше понравились у него стопы. Гляньте, какие массивные. Прям, так сказать, гриндара, да? Стилы прям, стил. Стилы прям гриндара, гляньте, какие прям подошвы. Реально массивные. Такими убить можно. Вот, и, к сожалению, осталась вот такая вот последняя деталь, которая уже никуда не пригодится. Поэтому эту деталь убираем в коробочку обратно. Так, пакетики в коробочку. А заодно и инструкцию. Инструкцию тоже в коробочку. Так сказать, упакуем обратно. Во. И у нас
Получается, это, по идее, последний. Шестого вроде нету. Вообще в природе существует. Из второй партии. Это вторая партия. И вот такой вот у нас сегодня был мангус в сборе. Давайте-ка я вам покажу, так сказать, всю коллекцию в сборе. Так, начиная с коробочек. Так, пятая, четвертая вот коробочка. Третья коробочка. Вторая коробочка. И вот первая, даже в кадре не вмещается. Поэтому смотрите сбоку, как это дело выглядит. Так. Вот так вот. Так. И вот так вот. Во. Смотрите по цветам, как они различаются. Всего здесь у нас 5 цветов. Это оранжевый, желтый, зеленый, красный и такой вот серый. Вот они. Вот полная коллекция. Вот так вот сбоку выглядит полностью коллекция коробочек. Это чтобы одинаково не брать, вот как они немножечко различаются и сзади. Вот есть различия. В принципе, тут у нас разные нарисованы, но просто в сборе имеются повторы. Вот раз повтор, вот два повтор. Видите? Да, вот так вот я их покупал по очереди. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот такие вот коробочки. Поэтому коробочки убираем в сторону. Вот они. И вот сами роботы-воины. Так. Вот они, роботы-воины. Получается, это пятый, это предыдущая распаковка была, четвертая. Это у нас третья распаковочка. Так, вторая распаковочка. Вот она. И с чего самого главного начиналось? Это эпопея этих серийных роликов. Это вот он, первый. Вот, собственно, у нас получается все 5 персонажей, все 5 героев. Шестого вроде не существует в этой, во второй партии. Это просто ошибочка, как в сообществе пишут. Всего лишь 5 героев здесь. Вот они. И пишите, пожалуйста, комментарии, как вам такие вот наборы, копии по Лего Чиму. От производителя, конечно же, это подделка. На фикс прайсе сделали по 55 рублей. Coin the Game, соответственно. Вот еще первая партия была, это Hero Factory. А это у нас уже по Лего Чиму. Вот Hero Factory, к сожалению, не знал, что продается, так бы и прикупил. Но вот на Лего Чима захватил. Видите, к сожалению, 3 вот одинаковых бронежилета. Так вот получается, тело одинаковые вот эти. Да, одинаково по цвету, ну ничего. Нормально. Мне единственное вот эти понравилось, видите, какие стопы. У всех практически одинаковые. Такие вот как бы закорючки. А тут прям стопы реально. Вот это мне больше всех фигурка понравилась. Потом понравился вот этот. И вот этот. А вам какие? Из этого всей команды, из этого набора, какие вам понравились? Пишите в комментариях. И будете ли вы собирать такую вот коллекцию в фикс прайсе за 55 рублей. 5 фигурок. Так что пишите ваш комментарий, что вы по этому поводу думаете. Делитесь этим видео с друзьями. Нажимаете на кнопочку поделиться. И все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Также не забывайте нажимать на лайки. Все, дорогие друзья. Всем удачи. Все. До следующих выпусков. Что-нибудь интересное еще будет на канале, так что подписывайтесь. Всем удачи, все. Пока. Пока.